Здорово, дорогие друзья, с вами снова я, Санж. Мне уже гораздо лучше, поэтому сегодня мы продолжаем рубрику построек. Перед началом хочу напомнить, что у меня есть канал Санж 205, там я снимаю различные игры, прохожу Меридиан 157, не забывайте подписаться. Ладно, а теперь переходим к нашему видеоролику. Ну, а в этом будет очень большая постройка, это исполнение все еще просьбы, вот это просьба. Честно говоря, я до конца так и не понял, что такое... Посещение домик, поэтому я построил сотохранилище. Приступаем. Итак, на прицел шкуренное основное бревно. Раз, два, три, четыре. Отступаем два блока. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть. Два блока. Раз, два, три, четыре. Вот таким вот образом. Далее отступаем. Здесь четыре блока. Делаем все то же самое. С той же высотой. Здесь у нас шесть блоков. Два выше. Так, это убираем. А вот здесь 4 блока. Вот таким вот образом. Далее, например, плиты из дуба. Расставляем их вот сюда. Да и в целом весь пол будет состоять из плит из дуба. Вот оно получится вот таким вот образом. Дальше определим, где будет вход. У меня, например, вот здесь вот. И заставим ступени сосны. Дальше здесь у нас будет под дверь. Так, здесь у нас будет... под окно. Это у нас стена будет полностью просто из досок. И затем также здесь еще. Так, здесь у нас также под окно отверстие. И вот здесь тоже. Вот таким образом. Раз, два, три. Дверь мы тоже ставим вот сюда. Так, все, затем вот таким образом дубовые доски. Сюда. И вот сюда. Хорошо, еще вот сюда. Угу. Дальше делаем крышу. Крыша у нас нет ничего сверхъестественного. Просто самая обычная крыша. Вот таким вот образом. Так, затем это сюда, сюда, сюда. Так. Дальше сюда еще ставим пару шкуренных бревен. Да, высота у нас не 6, а 7 блоков, извиняюсь. Вот таким вот образом. Здесь еще должна быть такая балка. Так, хорошо. Дальше, как мы поступаем, делаем вот так, перенаты ступени, это убираем. Дальше заставим ступени, вот сюда тоже ступени, сюда ступени, сюда также до конца ставим. Хорошо, так, здесь также ставим, отсюда выходим. Так, это ставим вот сюда. Дальше здесь все покрываем плитами из сосны. Затем сюда, сюда. Сюда, сюда. И вот сюда ступени. Также вот сюда. Перевернутую ступень. Так, это обратно. Перевернутую ступень. Так, здесь тоже. Так, раз, два, три. Сюда еще одну. Потом еще вот сюда, сюда, вот сюда, сюда. И вот сюда еще перенесу ступень. Дальше это все заполняем. Таким образом. Это сюда. Так, это тоже заполняем. Так, это тоже заполняем. Также здесь. Это сюда. И вот это вот сюда. Спини сосны. Так, на этом экстерьер подошел к концу. Переходим сразу внутрь, без всяких перемоток. Тут внутри у нас очень мало работы в целом. Раз, 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 раз. Это убираем. Так, сюда плиты. Сюда плиты. И дальше, ну, здесь еще я покажу вам небольшую декорацию. Кстати, давно у нас не было декорации, возможно, я возобновлю вскоре эту рубрику. Она официально не закрыта. Это у нас имитация СОС с помощью полосатого бамбукового блока. Ну, еще не полосатого, а обтесанного блока бамбука. Ее таким вот образом переворачиваем, и мы получаем такие вот, они как-то похожи на соты. Еще можно делать вот таким вот образом заполненные соты медом. Вот так, вот так. 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 И вот так. И вот еще вот так. Угу. Так, сюда блоки медовых сот. Раз. Раз.
Затем это сюда. Покрываем. И здесь тоже покрываем все. То есть вот так, так. И вот так еще. Вот так. Ну, на этом все, друзья. В целом, довольно-таки легкая постройка была. А теперь... Такой вот небольшой ролик получился. Он подошел к концу. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, оставлять комментарии. С вами был снова Санж. Всем удачи, всем спасибо и всем пока.